угла. Мы с ним сидели на Юшуте, он мне рассказывал, как он написал песню «Церковь», потому что он жил в Туве, в экологическом поселении, и видел, как воспринимают эти полуязыческие народы, собственно, православие, христианство. То есть там такой мотив такой: «Стоит церковь на краю ночи, слева месяц, направо солнце». То есть все вот эту природу, все вокруг ходят живые. Вот. Я попытался вот как-то на заре вообще христианства воспринималось, собственно, все православие у нас народом, собственно, ну, Господь Богородица рядом ходит по улицам, все живые люди практически, все нормально, все происходит. Вот такая песня получилась. «Заря, зоришка, зареница» я ее назвал. А сейчас, что, вот давно не пел песни, попробую спеть, не знаю, получится. Нет.